Союз золотопромышленников объединяет самые крупные золотодобывающие компании России, которые совокупно добывают где-то порядка 70% российского золота. Поэтому у нас есть достаточно полное представление о том, что творится, происходит в российской золотодобывающей отрасли. В этом году, в 2015-м, Союз золотопромышленников исполняется 20 лет, вот, так что у нас юбилей. Мы довольны результатами, которые показывает сегодня российская золотодобывающая отрасль. Сейчас подводятся предварительные итоги добычи и производства золота в России в 2014 году. Есть разные оценки разных агентств, министерств. Мы сейчас все эти цифры проверяем, сверяем. Вот. Но одно уже ясно и очевидно, что тот прогноз, который мы делали год назад о том, что Россия выйдет на второе место в мире по добыче золота, этот прогноз оправдался. Вот. И Россия обогнала Австралию и вышла на второе место в мире. Но впереди только Китай. Вот с его с большой очень добычей. Вот. Не факт, что нам прям нужно стремиться догнать Китай. Вот. Скорее, нам нужно улучшить нашу минерально-сырьевую базу. Вот. Тогда можно делать следующий рывок. Поэтому сейчас мы считаем, что очень большая тема – это инвестиции в геологоразведку, которые, естественно, замедлились последние два года, потому что цена на золото достаточно низкая. Вот. Поэтому тема привлечения инвестиций в российскую золотодобывающую отрасль – это тема номер один. В этом плане Союз золотопромышленников активно работает с китайскими инвесторами, как с банками, инвесткомпаниями, биржевыми площадками. И вторая тема – это, конечно, привлечение кредитов. Сейчас кредиты у нас для отрасли очень высокие, все-таки 25%. Это достаточно большая нагрузка. И мы в этом отношении тоже ищем различные инструменты, которые бы смогли снизить то давление долговой нагрузки, которое сейчас наблюдается на российских золотодобытчиков. Но в целом итоги достаточно позитивные и года. Вот, и перспективы мы видим, конечно, может быть, не такие радужные, как предыдущие годы. Рост, мы думаем, будет не такой большой, как был сейчас, особенно вот этот последний год. Вот. Но, тем не менее, позитивно оцениваем ситуацию, которая произошла по добыче в 2014 году. Мы рады в очередной раз принять участие в конференции, которую организовал Адам Смит. Вот. Ну и надеемся в дальнейшем тоже участвовать в этом мероприятии.